さあ、このエリアにはまだ手がかりがあるぞ。おそらく黒衣のストーカーも来るでしょう。天気が悪いもん。あとは、ああ、手がかりって言っても、ボロージャとあとこのハテナか。じゃあまあ結局、発電所に行けば何かしらわかるということだ。そして発電所にはもう自分のタイミングで好きに行くことができるけども、そこに仲間が賛同してくれるかどうかはまた別の話なんだよな。賛同してくれなかったら、イーゴル一人で行くことにもなりかねないし。なんかめっちゃ暗いんだけど、こんな暗かったっけ？っていうかなんかこっから見るととても見覚えのあるような、やっぱ現実のプリピアチがしっかり、あ、来た来た来た来た、再現されてるんだな。はい、弱いさよなら。まあダメージは食らっちゃうんだけどね、こっちも。何も落としてかないか。こっちに接近してくる前にアサルトライフル撃っちゃうの、最強すぎる。うわー、汚染されてる。待って、奥の建物に行きたいんだよな。ゲート開くかな。開かない。兵士がまだいるな。いや、向こうの建物に行くにはここを通り抜けるしかないぞ。通り抜けちゃう。あ、セーフ。武器が見えるな。手がかりは上か。発電機？ああ、エレベーター？電気が通ってんのか。え、乗っちゃうか。すげえ怖いけど乗っちゃうか。10階建て？古そうなエレベーター。情報があるな。あっ！Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь! Внемли голосу из пустоты! Внемли голосу из пустоты! Ха? Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ! Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ!おい、なんだそりゃ。ナワクロナトス。エンマラナトモス。ナワクロナトス。ラ、クロードス。ラテン語ってやつか。クロードス、クロー。перестань хвататься за невозможное。перестань хвататься за невозможное。забудь о ней。Забудь о ней. Продолжишь копать, найдешь лишь боль. Продолжишь копать, найдешь лишь боль. Найдешь лишь то, что не умерло, то, что может покоиться вечно, то, что может пережить саму любовь.Найдешь лишь то, что не умерло, то, что может покоиться вечно, то,
то, что может пережить саму любовь. И ей не шаберит Сузгеннуга. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь! Уй!自殺しちゃったよ。なんなん？一体。立ち穴に近づけば近づくほど良くないことでも起こるの？待って、普通に階段に来ちゃった。とか途中の階行けるかな。あ、どこも行けない。これはなんか上に何かあるぞ。電気部品もある。これは別にアサルト、あ、ここか。アサルトライフル別に必要はないけども、ピッキング、ノーアタッチメント。じゃああとはボロージャに会って帰るか。いや、気味の悪い場所だったな、ほんと。まあ、恩師って言ってもね、もう30年前ぐらいの恩師なわけだが、とりあえず今回は殺す選択を選んだとして、これがどう響いてくるかだな。相手。え、足首柔らか。ボロージャは反対側か。ああ、なんかまた塊がある。機械部品。この辺やっぱりアイテム豊富だ。うわうわうわうわ。で、あっちにも兵士がいるんだよな。二人とも中か。おっと、左にもいた。うわ、もう一人いた。無視していいか、別に。ボロージャに会いに行こう。ボロージャはどこだ。あ、なんか別の敵も映ってない。違うか。Здравствуй, благородный гражданин! Для тебя особая скидка за помощь в возрождении цивилизации. はい。質問する。Разве тут не опасно работать? Конечно, опасно. Ну, неприятно это признавать, но мне приходится вести дела. Они приносят мне консервы, а я... 缶詰肉。あんな奴らと商売をしているのか信じられない。それはいけないという。どうしよう。それはいけないという。Ты торгуешь снар? Это же... днище просто. Ну, как говорили римляне, de minimis non curat praetur.Интересно, и что римляне хотели этим сказать? Великие люди не заботятся о таких пустяках. Мораль для простолюдинов. Дальновидные люди знают, что иногда сделки с дьяволом не избежать. Значит, ты свои принципы пересмотрел? Хай. Ну ладно. Ма, 別に今欲しいものも。Ты покуп... Всё...ない。береги себя。あとは何もないか。
キノコがちょっとあるぐらいか。こっちの家にも入れないのかな。フィールド自体は結構広いけどね。端っこまで行ってみるか。あ、なんかある。ガソリン。兵士がいるけどね。一人か。もう一人いた。あ、振り向きそう。セーフ。こいつ装備、あ、いける。あっ、ガーン、真後ろにいた。あれ、3人いた、全員で。危ない。はい、あ、当たってる。見えねえんだよ。開いた。やったか。オーマイガー。はい、はい、お釈迦。戦闘がどんどん雑になっていってる。遺品回収で地中にまたチェルノブライトが見えてた。こんな端っこまで来たってもう何もないだろう。あ、バッグがある。うわー、汚染されてる。はい、オッケー。そうこうしてたらまた天気悪くなってきたぞ。また来るだろう、こんなことしてたら。黒衣のストーカー。悪くなってきた。あからさまに天気悪くなってきた。ああ、これか。あ、3個もある。あれ、なんか思いのほか地下があるぞ。あ、終わりか。じゃあ2度目の黒衣のストーカーと接触する前に、はい、帰ろう。Привет, Игорь. Я тут немного разведал. Впереди чисто.Но с заданием тебе придется справляться самому. А еще я нашел кое-что очень полезное. Хай, минна сейкоу штиру не. Табемодо мо таппри ару. Баэ атаэ тару. Нанда аре?場所で言うとどの辺だあれ。さっき言ってたプリピャチセントラルか。まあいろいろ手に入ったが、情報も。まあこのスナイパーとかその辺がね、まだあれなんだけど。あ、この音は。ロガンジェリーシキ。Профессор Кислых Щей!
Миша, это что за какофония доносится из нашего радио? Да уж, дружище, в гопники ты совсем не годишься. Но ничего еще поймешь, это же музыка зоны. Но ты же здесь родился, как ты можешь этого не знать? Не забывай, что я много лет провел в Великобритании. Джеймс, сука, Бонд. Ну, ты помнишь. Ага, ты явно пропустил пару важных событий. Там распад СССР, августовский путч, рассвет хардбаса. Последнее звучит особенно зловеще. Ты, я смотрю, не любитель музыки. Я обожаю музыку. Сибелиус. Ядрить тебя в качель? Нет, но... Нужно срочно исправить эту ситуацию. В этом я не сомневаюсь. Бонду ювари сарететатте. だけど今ロシア語でジェームス・スカボンドって言ってたからジェームス・クソボンドと言われてるが、なんだ俺がその体勢は。スキルがちょっと、あ、ちょっとじゃね、結構溜まってる。4ポイントだから、はい、アサルトスキルを得ることにしよう。オリガからの訓練、これだ。Привет, дружище. Для тебя? Я опять... Она... Знаю, они... Он... Господи. Кто... Пока... Привет, Ольга. С радостью. Хай, куре. Отлично. Только никаких шуток во... Добро пожаловать на второй урок, Игорь. Сегодня я научу тебя стрелять в автоматическом режиме. Расскажу небольшой секрет. Самый быстрый способ убить врага – начинить его свинцом, открыв огонь со скоростью 700 выстрелов в минуту. Ну, может, это и не секрет, но звучит логично. Ты, как ученый, должен оценить. Ты уже знаком со своим заклятым врагом, банками. Теперь представь, что их нужно застрелить все одновременно. Суть упражнения – использовать автоматический режим и выпустить весь магазин одной очередью. Ты же знаешь стойку Петрова? Контролируй отдачу и постарайся не направлять ствол в небо. Запомни, я остановлю занятие, если ты закончишь стрелять раньше времени. Готов? Поехали! Хай, койна, что у тебя? А! Ты ведь не весь магазин расстрелял? Давай как-то посередине, вроде получ... Рилоуду して, зендан. Ну, кого не убил, Хай. Того хоть напугал. И на том спасибо. Думаю, теперь у тебя есть шанс выжить в зоне. Молодец, Игорь. Ма, 連射する機会は正直ないから、ダメージが5割上がるだけでも十分だ。コントロールパーフェクト。環境はまあ問題なしと。アイテム整理だ。よし、整理完了と。赤いドレスの女増えてんな。そう、発電所にいるという証拠を手にしてる。人間じゃなくなってる可能性がなくもないということなんだ。これ例えば今発電所に行こうって言ってみたらどうなるんだろう。ああ、まあ1日経たないとダメか。とりあえず寝ないとダメか。19日目、ラジオ無反応。前と同じ日数で原発が爆発するというなら、おそらく明日だと思うんだけど、20日。どうなんだろう。初回の爆発が終わって、以降の爆発は、ランダムでアイテムがなくなるって通知があったから、ただどうなんだろう。爆発の前兆がわかるっていうなら、ストレージにしまっておけば、いいだけな気がするけど、ストレージの中身もランダムで消えんのかな。Есть разговор. Конечно, говори. Это насчет моей мамы. Точнее, насчет того, что она нашла. Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли я тебе доверять.
Мне кажется, я знаю, почему они забрали мою маму. Она была опасна для Нар. Это не было случайностью. Она кое-что видела, даже сфотографировала. Когда Нар только появились здесь, они притворялись друзьями. Предложили бесплатный медосмотр нескольким самоселам, даже обещали лечение для моей мамы. Конечно, это была уловка. Маму пригласили в лабораторию, и там она увидела кое-что, не предназначенное для ее глаз. Ха-ха. 研究所について. Она была в их лаборатории? Надо было сказать мне раньше. Ты знаешь, что именно она видела? Они проводили эксперименты с чернобылитом на людях. Только на добровольцах, разумеется. А вскоре после этого люди начали пропадать. Мама тоже пропала. Аре-матте, коно-кайва-те май кита-кото-ару? Киносей-кана? А та фотография до сих пор у тебя? Нет, мама всегда носила ее при себе. У тебя есть другие доказательства маминых слов? Нет, но я не представляю, зачем ей врать о таких вещах. Она хотела для самоселов только добра. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она так мечтала помочь тем, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Она поплатилась жизнью за свое доброе сердце. И теперь мне нужно выяснить, что произошло, и добиться справедливости. Я понимаю тебя, правда? Похоже, она была потрясающей женщиной. Как я могу помочь? Я знаю, что многого прошу, но я хочу узнать, что именно мама увидела в лаборатории на площади Ленина. Тебе нужно туда попасть. Там наверняка найдется какой-то компромат на Нар, и это может помочь тебе в поисках Татьяны. Если она внутри зоны, то наверняка как-то со всем этим связано. Будет непросто, но я попытаюсь. あれ、なんか今の会話聞いたことがあるような気がしな。 Игорь, есть минутка? Слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. Не думаю, что ты готов. Кто знает, с чем ты там столкнешься. А мне кажется, я доказал, что могу о себе позаботиться. Ты умеешь использовать энергию чернобылита. Это впечатляет. Но что, если они научатся блокировать ее? ひょっとしたらだけど、1回目の原発爆発が起こる前、寸前にした会話かもしんないな。ちょっと記憶が定かじゃないんだけど、前聞いた気がする、この会話。Наверное, ты прав. Что предлагаешь? Я этим займусь. ああ、そうだね。Я тоже... Конечно... この会話前したわ。Поехали! Ну хрена ли мы делаем дальше, а? 装備は問題ないな。え、爆発しないよね。まだ大丈夫だよね。いや、周期はわかんないんだけどさ。はい。レーニン広場。え、じゃあ待ってよ。これ、オリビエを手配したらどうなるんだろう。60% ってなってるけど。うん、タラカンに関しては 0%。試す価値はあるな。試しにオリビエを与えてみる。コパチは何だっけ？輸送中の兵器。これ調査しようか、じゃあ。イーゴルが。で、これちょっと試しに、オリビエを。60% か。際どいな。まああとは、探索しておいてもらおうかな。確率高い順に。はい、みんな 99%。 これで失敗する方がおかしい。行ってみよう。